Всем привет! Снова очередная диагностика автомобиля концерна Рено. Это у нас Рено Талисман. Смотрим мы данный автомобиль для клиента из другого региона. Автомобиль находится в городе Пскове. Он пригнан из Европы, растаможен, получен электронный ПТС. Вот такой вот супер, на мой взгляд, красивый бежево-золотой цвет. Очень красиво автомобиль смотрится в данном цвете. Это у нас 2017 год выпуска. Значит, машина 1.5 турбодизель, 110 лошадиных сил, К9К мотор. Очень достаточно надежный, проверенный годами. Механическая коробка передач. Ну и достаточно богатая комплектация. Автомобиль оснащен системой FO-Control с подруливающей задней подвеской, LED-оптикой. Значит, комбинированным салоном с обставками из кожи, 18-ми красивыми колесами. Вот. Итак, что касаемо осмотра данного автомобиля. Стекла у нас полностью все заводские до лобового. Есть панорамная, значит, стеклянная крыша, LED-оптика. Значит, стекла у нас, как я сказал, все заводские вплоть до лобового. Значит, салон в отличном состоянии, без следов износа. Резина в хорошем состоянии, 18 года, диски, колодки, перед-зад достаточно в хорошем состоянии. Боковины сидений по салону без износа, без заломов, ничего не перешивалось, не красилось. Ручка КПП, педали также в хорошем состоянии. Есть подсветка салона, очень вот классно все это выглядит. Такая вот большая панорама, двухсекционная, рулевое колесо. Без износа, просторный, значит, задний диван, очень много места на заднем ряду сидений, большой багажник в данном кузове универсал. Оптика у нас также оригинал, соответствует году выпуска, болты под капотом не крутились, не срывались. Мотор у нас без претензий, все сухо, никаких посторонних шумов. Значит, по окрасам автомобиль полностью в заводском окрасе. Весь в заводских нормах. Такой вот красивый, еще раз повторюсь, такой бежево-золотой цвет. Необычно, обычно талисманы у нас синие, либо черные, либо мокрый асфальт. А это прям такой вот необычный цвет для талисмана. Ошибок по электронике нет. По езде, в принципе, все на оценку 5. Рулежка, тормоза, двигатель. Информацию я передал заказчику. Всем хороших машин, проверяйте то, что хотите купить. Всем пока!